Непростая экономическая ситуация, перспективы развития в округах, борьба с коррупцией, законодательные инициативы и проблемы в работе средств массовой информации – это лишь некоторые из вопросов, прозвучавшие на встрече членов Ассоциации СМИ Северного Кавказа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Как обозначил председатель Ассоциации Илья Канавин, формат встречи – инициатива руководителей средств массовой информации округа, а формирование единой повестки и общей информационной среды для всего округа – назревшая потребность. Вполне закономерно и символично то, что начало этого проекта положено именно в Ставрополье, в центре Северокавказского федерального округа. Подобная коммуникационная площадка не только объединит усилия и повысит взаимодействие региональных СМИ, она будет способствовать повышению качества и деятельности контента в регионах. За этой первой встречей последуют другие подобные мероприятия с руководством всех субъектов СКФО, а также совместная встреча с полномоченным представителем президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Сергеем Меликовым. Северную Осетию на встрече представляли руководители электронных и печатных СМИ, газеты «Северная Осетия» Александр Торин, ГТРК «Алания» Тимур Кусов и региональное телевидение «Осетия ТВ» Дмитрий Рейсих.